Я вначале как-то вроде даже как заплакала, что ли. Думаю, шутка какая-то, что ли, это. А потом и рассмеялась. Ему говорю, он телевизор смотрит. Слушай, а тут, оказывается, мне квартиру дают. Он говорит, какую квартиру, не мешай. Через год мы планируем сдать дом, его заселить. Это одна квартира, около 40 квадратных метров, в замечательном районе. Ну, мы-то пошли не ради чего-то, мы и не знали же, что это какая-то акция будет проводиться. Нужно бы прививаться просто. Я как медик знаю, что надо прививаться ради своего здоровья.